Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда.
Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня киевская «Динамо» сыграет против Остерсунда. Отличная игра нас сегодня ждет. Мы этот матч, разумеется, ждали вместе.